Предстоящие выборы в Совет депутатов, празднование Дня города и подготовка к 400-летнему юбилею городского округа Люберцы в следующем году. Главные вопросы заседания Общественной палаты Люберец, которое прошло в администрации. Подробности встречи в следующем материале. В повестке заседания Общественной палаты 4 вопроса. Утвердили ее единогласно. Участников встречи поприветствовал исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Вот в таком слаженном коллективе, рабочем коллективе, хотелось бы работать на конструктив, на решение сложных задач, на то, чтобы наше общение и общение с жителями нашими было всегда на острие, когда необходима общественная палата, всегда включается. Главный вопрос – выборы в Совет депутатов второго созыва. О ситуации проинформировал председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков. В избирательном бюллетене мы можем поставить от 1 до 4 галочек. То есть избиратель может проголосовать за 1, за 2, за 3, за 4, но не более 4. Если в бюллетене ничего не будет, то он тоже считается недействительным. Если больше 4 галочек, он будет признан недействительным. Тему продолжил председатель Общественной палаты Петр Ульянов, который сообщил, что в число кандидатов вошли 4 члена палаты. Все они, чтобы избежать конфликта интересов, членство в палате приостановили. Информирую палату, что данное приостановление, оно временное, на момент подачи заявления, когда мы сейчас с вами примем, и до момента завершения избирательной кампании. В следующем году исполнится 400 лет со дня образования округа. Владимир Волков попросил участников встречи делегировать в состав рабочей группы инициативных членов палаты для предоставления предложений, издания книги, решения других вопросов. Трудовая и военная история округа заслуживает большого праздника. Это большое количество предприятий, которые внесли вклад и в победу Великой Отечественной войны. Завод Ухтомского выпустил, тоже эти цифры не так много людей знают, но уникальная цифра, 20 миллионов мин выпустил завод Ухтомского. Ни один завод на территории Советского Союза больше не выпустил такого количества. Именно позиция мины. Первый вопрос, касающийся празднования 400-летия, прозвучал сразу. Очень часто задают вопросы, почему люберцам не присваивают и не ходатайствуют администрация, те люберцы – город трудовой славы. Я не говорю о воинской славе, а город трудовой славы. Владимир Волков отметил, что если ветераны об этом говорят, то процесс присвоения люберцам звания «Город трудовой доблести» надо запускать. Если вопрос решится положительно, это будет дополнительный плюс в копилке событий, приуроченных к юбилею. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.